Газеты «Саха-Сире» и «Якутия» отменили подписку. Холдинг «Сахамедиа» остановил доставку печатных изданий до квартир читателей. Как теперь якутяне будут получать республиканские газеты, расскажет Розалия Борисова. С января этого года газеты «Саха-Сире» и «Якутия» перешли на бесплатное распространение. Газета доставлялась до квартиры читателей во все районные населенные пункты республики. Заявок на получение наших бесплатных государственных газет «Якутия» и «Саха-Сире» было очень много, поэтому со второго полугодия мы приняли решение перейти на безадресную систему доставки. Что касается арктических районов, то мы на второе полугодие оставляем прежнюю схему. То есть в арктических районах сохраняется доставка до востребования и адресная доставка. Холдинг сегодня разрабатывает схему адресного распространения для отдельных категорий инвалида. Подопечные социальных центров не заметят нововведений. Газету, как и раньше, продолжат доставлять до дома социальные работники. А все остальные будут искать стойки с Якутии и Саха-Сире в населенных пунктах. Газет будет достаточно. На сегодняшний день в республике 300 фирменных стоек. Сегодня мы увеличиваем количество наших стоек. Стараемся быть в шаговой доступности в торговых центрах, поликлиниках. Опыт с распространением газет через стойки уже есть. Во всех районах сегодня работают представители холдинга. Где-то за день, где-то уходит по 200 экземпляров с каждой точки. Судя по тому, как расходится газета, то даже никаких отзывов не нужно, она достаточно востребована. В городе Покровск 6 стоек газет в поликлинике, торговых центрах. Преимущества свободного распространения жители уже оценили. Газету «Якутия» и «Саха-Сире» мы постоянно берем. Сейчас она бесплатна. В Покровске мы живем. Очень много периодики мы покупали, постоянно покупаем газеты. Сейчас вот очень даже рады, что бесплатно. По мнению руководства «Саха-Медиа», отказ от адресной подписки позволит газетам быть ближе к читателям. Наравне с этим у каждого якутянина появится возможность читать «Якутию» и «Саха-Сире». Розалия Борисова, Светлана Федорова, Николай Необутов, «Саха-Медиа».